Круизный лайнер «Коста Конкордия», потерпевший крушение у берегов Италии 2.5 года назад, готовится отправиться в последний путь. Операция по транспортировке останков судна в один из итальянских портов станет самой масштабной в истории. Первоначально предполагалось, что лайнер весом 115 тонн будет отбуксирован уже в июне. Но подготовка к перевозке оказалась очень сложной, и ее перенесли на конец июля. Представители компании, ответственной за транспортировку, уверены, что она пройдет по плану. Есть моменты, вызывающие беспокойство, и я думаю, что ближе к началу перевозки мы будем волноваться так же, как при поднятии судна, говорит представитель компании. Но сейчас мы лучше контролируем ситуацию, так что как только мы укрепим корпус и поврежденные места, если повезет с погодой, мы потихоньку начнем, и все будет в порядке. У жителей острова, возле которого уже несколько лет находится Коста Конкордия, операция также вызывает беспокойство. Они опасаются, что в ходе транспортировки может произойти загрязнение окружающей среды и призывают перенести начало буксировки на сентябрь. «Для нас очень важно подробно знать, как они планируют осуществлять транспортировку», говорит мэр округа Джильо. «Только зная все факты, мы согласимся на начало перевозки, даже посреди туристического сезона». Коста Конкордия потерпела крушение у берегов Италии в ночь на 14 января 2012 года. Из более чем 4000 человек на борту погибли 32. Вину за катастрофу возложили на нескольких членов экипажа, в том числе капитана. В сентябре 2013 года Коста Конкордия вернули в вертикальное положение. Сейчас на нее монтируют баллоны с воздухом, чтобы снять судно с мели и отправить на демонтаж.